Антон Панкрашов вернулся в родной город, но не в родную команду. Тем не менее, матчи против ЦСКА для Антона всегда принципиально. Он об этом много раз говорил. Настроен завершать сегодня Антон Панкрашов по атаке там, где нужно. Что-то там Итудис Ивану втолковывал какое-то время. Ренфроу, Воронов. Обладает Евгений. На размите, даже не на тренировке, на размите, где ты не имеешь никакого сопротивления. Ой-ой-ой, Панкрашов. Тончайший пас на Томаса внутрь. По Ренфроу, Антон Панкрашов, то Альбиси, Женя в своей манере. Да, коронный проход Евгения Воронова, тягучий и непредсказуемый. Вот это просто замечательно. Панкрашов набирает очередные очки в этой встрече. Попал по кольцу Альбиси, переводит в тутошку, откуда забивал обычно Ренфроу, а теперь забивает Евгений Воронов. Да. И у нас равно надо было атаковать после такой передачи, и он попадает. И здесь Томас через Фохтмана. Получается этот пас, конечно, Панкрашова опять отмечаем. Хватило тоже прыжка для того, чтобы сделать отличная передача под кольцо. Абрамати зайдет трехочковый, отдал передачу. Атакует через руки Фохтмана. Мяч в кольце. Наступил чуть-чуть, буквально носочком. Ну просто, ну, учитесь, что называется. Ну и Воронов не успокаивается. Очередной проход. 13 очков на счету Евгения Воронова в этом матче. 54-53. Минимальный выход. Но встает Джеймс Прихрамовый, но все-таки бежит в защиту. А Панкрашов в лицо Воронцевичу выбрасывает очередную треху. 60 на Евгения. И нужно атаковать уже снова с сопротивлением. Но забивает этот мяч Евгений Воронов. И есть! Есть первая победа «Зенита» над ЦСКА в Москве.